Наша дорога где-то 142 километра там, это до озера Гирдов. Озеро Гирдов 1800 метров над уровнем моря, сам озеро находится. А вокруг горы, которые доходят до 2100 метров над уровнем моря. Мы когда будем ехать там через Коркут-Или, я вам расскажу это про города Коркут-Или там. Потом еще от Антали 35 километров дальше будем рядом в горах там Термес, античный город, который находится очень интересный. Тоже расскажу вам про Термес. Там Эль-Мале вообще считается, он один из лучших районов этого анталийского провинции. Но куда мы едем, это озеро находится не нашим. Это анталийская провинция, это провинция Мугла. Относится он к Муглу. И наверху, на этом озере мы сегодня будем ходить где-то 10-12 километров. Даже, может, больше ходить, если вам понравится эта ходьба. Там такие подъемы, спуски не будет. Но место очень интересное. Там есть Ликийский античный город, но неизвестно как название, потому что после войны персами, это когда у них была столица Ксантус, люди, которые убежали, чтобы после поражения, они многих там посадили в крепость, в домах там своих, своих жен, детей там. Сожгли сами себе это ликийцы, потому что ликийцы не хотели попасть в плену. Они очень свободолюбимый народ был. А те, которые остались, где-то 80 разновидные птицы, которые живут. Мы сегодня много увидите аисты там, эти цапли там, черные, белые там все. Там водится рыба. Сазан, карп, которые люди уже увидите там, рыбаки, которые приезжают туда ловить рыбу, очень вкусные, да. И, ну, наверное, почувствовали, да, здесь влажность нет. Это 1000 метров над уровнем моря находится этот город. Фруктовый город, очень много фруктов здесь выращивает, яблоки, груши, и плюс еще этот город обеспечивает где-то 40-45% это вся Турция этими грибами, да, шампиньоны. Даже при входе несколько видов в Ликийском государстве были эти саргофаги, которые похоронили своих близких, родных. И из них один вот этот саргофаг, который он похож на сундук, и крышка у него такой вида этого лодка. Вот обратите внимание, это единственные в истории это древние нации, которые у них это, ну сейчас же все берет фамилию отца, мужиков, да, а у них наоборот был. Сегодня небо вообще красиво, кайфует. Вот туда можешь сесть, вот здесь слева. Так, сюда становитесь, я вообще. Хорошо? Молодец. Барашка на вертеле там. Там у них есть место, где они. Или в тандыр у них есть. Вот делает очень вкусно. Там даже, я вам покажу, в этом году я им поручил, чтобы они там полностью ремонт делали. Новые эти. Я им нарисовал, что надо делать. Я хочу туда с ночевкой приехать. No. Свои!
почти. А вы тоже тут родили? Так. Отлички? Думаете. А тут уже надолго? На золоте много. Уже как два рога. Мне просто хочется до дома. Я в маленький. До дома завжди хочется. Да. Вот смотрите, вот это. Это вот грибочек. Его трогать нельзя. Не-не. Ну ты знаешь, что это за гриб? И я не знаю. Вот если будешь знать, что это за гриб, съедобный или нет, тогда бери. Надо было ботинки одевать. Оле! Ага. Давай, палки. Отойди. Отойди. Просто прыгать? Одной ногой на камушек, отталкиваешься и прыгаешь. Так. Давай руку. Так. Другую руку. Не могу. Щавель. Раз, два, три. Опа! Спасибо. Круто. До этого места идти. Из этого деревни Эхлара до Селиме катедрал. Я это делал с этими, с норвежцами мы ходили постоянно. У нас там 4 ночи, 5 дней там было. Одновременно в тот день я с утра этого выезжаю, ночью там ночуем недалеко оттуда, там где этот термальный источник в отеле. И потом оттуда выезжаем, едем 1350 метров над уровнем моря, останавливаемся этот Нарлыгёль, гранатовое озеро. Красивое такое. Это кратерное, да, озеро. И потом отсюда уже начинается эта. Мы тебя вообще забыли там. Потом я считаю, кто-то не хватает. Потом я вспомнил, что я все время кого забываю, всегда в туалеты забываю. Эти из-под этой обувь там я достал все эти коробки. В одном там этот шалфей, в другом там адачай, в третьем еще что-то там, в четвертом. Так открываю, какой из них нужно. Эбу собак и чилир бу ахшам перед сном. А я так не подразделяла. А потому что ты можешь этот пить, например, адачай, если перед сном. Перед сном писать будешь. Да, не можешь спать там, потому что он. Надо шалфей. А шалфей как раз адачай. Нет, кикик, если этот. Чебрец. Если будешь, да, вечером перед сном, он этот не подойдет. Надо перед сном шалфей, вот этот адачай пить, он успокаивает. Хорошо. Это первый и сон, это глубокий крепкий. Сон, да, крепкий, да. Там уже бегаете, просто переходите.
Нет, вода здесь. Что, к озеру пойдем? Не-не-не. Вот так вот иди сюда. Ну пошли. Да, были бы хорошие зубы, я бы что-то показал. 3 месяца будешь ждать. О чем можно мечтать? Здесь место для медитации, для познания себя, для понимания, зачем ты живешь и что такое на самом деле жизнь. Ne var? Ne var abi? Abi. Sulam atacaksın sen. Sulam atacağım ha. Keselim de şöyle atalım mı? Sıra 2 tane. O da çocuk yok abi. Güzel. Находимся недалеко от озера Гирдов, где люди приезжают сюда рыбу ловить, рыбы карп, сазаны здесь очень вкусные. Место очень интересное, 1800 метров над уровнем моря находится. Вода здесь родниковая, прямо из-под земли бьется. Холодная, чистая вода вообще. Место очень красивое, здесь можно и пикник делать, и поесть мясо. Барашку на вертеле. И можно рыбачить даже. И пешим походом здесь можно заниматься. Можно вокруг озера вот так пройтись. Там целый 15-16 километров. Несколько маршрутов здесь можно даже с этого озера. Это на второе озеро, которое Баранду, 12 километров можно идти через город. Вообще интересное место. Недалеко от Анталии. Можно за 2,5 часа доехать сюда. И провести время здесь. Здесь летом, когда в Анталии 45 градусов, жара, здесь самое больше 25 градусов. Ночью вообще 17 градусов. Можно здесь палатку и с ночевкой сюда приехать. Приглашаю всех сюда, ребята! Приезжайте! Да? Ну, по крайней мере, домой доберемся. С такими кроссовками точно.
Опа! Погнали. Дорогие друзья, вперед!
этот замечательный фильм снимал я.